Всем привет, ребята! Спасибо, что пишете комментарии, отзываетесь на мои видео. Очень приятно, читаю все комментарии. Новая посылка пришла от сотрудника банка. Что-то должно быть интересное. В принципе, я даже знаю, что это книга. Вот, ну, наверняка много из вас таких книг не видели. Так как, я так понял, в свободной продаже таких книг не поступает. Вот, давайте аккуратненько ее попробуем распаковать и посмотреть, что же тут есть. Опа, смотрите, вот это да. Эта книга написана 2002 года, вот тут вот внизу. Давайте, довольно интересно, такое фактурное у нее тиснение прямо. Ага, смотрите, как она открывается интересно, ух ты. Довольно прикольное такое окошко. Вот, Киев, банкноты, монеты Украины. Это у нас, не знаю, это что такое, это очень плотная упаковка, плотная бумага, вот, с английским текстом дублируется. Вот смотрите, на украинском и на английском. Довольно интересно. Кстати, описывает вот наборы, да. Возможно, помните эти листы отрезные купона карбованцы, да, вот так вот они выглядели. Конечно, на предприятиях они выдавались. Вот можно посмотреть конкретный пример этих отрезных листов. Бешеная была инфляция в то время. И вот такие вот придумали листочки, которые сам продавец должен был отрезать. Вот. Смотрите, тут у нас идет конкретно описание. Ух ты, всех. Вот наших карбованцев. Даже с примером. Я так понял, место, где это все печаталось. Конкретно примеры даже с тем, какие были у нас вот взростки, да, как они выглядели. Кстати, вот такая банкнота. Очень мне нравится дизайн, на самом деле очень красивые. К сожалению, вот такого именно взростка у меня нету. Показать вам пример. Возможно, сейчас дальше покажу. Вот, смотрите, как у них четко все прописывается. Водяной знак. О. Могу вам как раз показать вот пример таких вот как раз 5 гривен. Кстати, гляньте, немножко зеленее, чем на этой печатной продукции. Вот. И вот все описывается, как данная банкнота защищена. Вот. Видимо, это до введения банкнот такие книги должны издаваться. Хотя книга 2002 года. Эти все банкноты уже ушли из оборота. По деньгам получилась там пересылка и в районе 130 гривен. То есть очень такая цена доступная. И смотрите, даже как прикольно сделано, да? То есть очень-очень красивая. Наверняка такая книга. Вот Софиевка, кстати, показывала я, да, в предыдущем видео. Очень красивая церковь. Просто, мне кажется, потрясающая книга. В хорошем, таком вот идеальном состоянии и с полезной, интересной информацией, да, конкретно, да, прямо с иллюстрациями. Мы можем смотреть конкретные иллюстрации к монетам, да, вот. Книга для нумизматов. Очень прикольная и такая яркая, красочная. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Как вам эта книга, напишите в комментариях. Ну, выглядит довольно прикольно, видите, от Национального банка она сделана. И с таким вот интересным окошком мне, конечно, очень понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока.